iki... Paskui, kai jau netoli Nilo, kai būsim, tada gal... Nu, čia jį pažiūrėt. Kol man nepafilmavai, koks važiavo. Thank you.
права, есть школа, у нас образование дикие. Бесплатно. У нас основное образование 6 лет, начальное образование 6 лет, среднее образование тоже самое 6 лет, потом он показал 17 лет. А кто хочет стать инженером, видите, ему надо учиться в университете сколько лет? Пять. Врачом учиться в университете сколько лет? Семь. Сейчас сезон. Сезон? Ну. А который урожай? Урожай два раза каждый год. Два раза. Каждый год. Такие, да. Уже пробовали, ну ничего такое, но маленькие. Вкусно. Не вкусно. Как-то, ну, такой вид не очень такой, ну, кое-как. Весло, сезон дворовья, как у вас. 90% мусульмане. Понятно? Доброе утро. Доброе утро, страна. Давай, ожидай. История – это хатхор, символ чего? Красоты. Это правильно видно? Это символ Бога Амрадьон. Символы в истории Египта играли очень большую роль. Внимание! Символы в истории Египта играли очень большую роль. Чтобы было всем понятно. У нас все символы хорошие, добрые, кроме одного. Шакал, Анубис. У кого есть форма шакала, Анубис, подарить соседу. Подарите начало, потому что оставляйте дома. Почему я так говорю? Я работал гидом здесь 15 лет, много туристов подходит мне. Говорил в Хургаде, что это доктор Анубис. Это не доктор, не врач, не инженер. За Бальзамир, а то он сирит много раз на фараона, но он говорит, Брагунля, как мы дальше увидим. Приятно, после обеда. Ясно? Гуси, гуси, га-га-га. Сфотимся, без проблем. Сначала узнаем, кто это, почему так и зачем и так далее. Вот. Нельзя. Это под контролем ЮНЕСКО. 17 лет. И фараон, который стал известным в 1922 году. Я имею в виду это лицо фараона Тутанхамона. Тутанхамон смог сравнять Египтом после Ахнатона сразу, потому что он поднял. Защита фараона – это кобра, потому что фараон не простой человек. Защита простого человека – тогда смотрим сюда. Глаз. Видно? Консервировали в море. Очень большой храм в Абу-Симбел, 500 километров отсюда, куда лучше солнце попадает только два раза каждый год. День рождения Рамзеса, день, когда сидим на троне Египта. И очень большой храм с удалением царей 110 метров. Это самый главный фараон в истории Египта – фараон Рамзес II. Рамзес II. Фараон изображался в форме Бога Осириса. Давайте идем ты ночью, пожалуйста, чтобы не было вам жарко. У которого есть ключ, с которым приходит рай для хороших фараонов, для хороших людей. Возле ноги фараона есть статуя маленькой женщины. Видно вам, да? Это его любимая жена. Нефертари. Нефертари. Смотрим сюда, пожалуйста. 28. 48. Сколько детей? 134 детей. Поэтому, как у нас говорят, в колонном зале, где мы будем, там есть 134 колонны, количество детей у фараона Рамзеса. Она держит там в руке лотос. Лотос в истории Египта очень главный символ. Это мы подробно расскажем через несколько минут. Лотос очень-очень главный символ. Это статуя фараона Рамзеса II. После смерти, это статуя фараона Рамзеса II про жизнь. Почему про жизнь? У нас говорят, видите, если фараон человек приедет вот так же, это значит, что он живой. Если кто мог просить, то вот так же, вот так же. Это значит, что он умер. Понятно? Возле сердца. Понятно? Это статуя, оп из них, из чего сделано сложно. Это знак везде видим в Египте. Немножко похож на крест. На самом деле это не крест. Это у нас называется как знак жизни. Символ чего? Дель Галит и Дель Гажизн. Как называется на древнеегипетском языке знак жизни? Анх.
Анг. Кто сказал Анг? Анг? Да, поэтому если имя фараона, тот Анг-Хамон. Тот Анг-Хамон. Тот это Ибис, как увидим скоро. Анг – знак жизни, дельгалит и дельгажизм. Амон – это Бог Солнца, как увидим скоро. Дайте поближе. Сейчас я вам докажу, что мне будет очень интересно, узнали недавно. Почему древние египтяне выбрали эту форму, знак жизни, дельгалит и дельгажизм? У нас есть три разных версии. Три разных версии. Сначала муж и жена. Видно? Женщина и мужчина. И дети направо и налево. Видно? Еще голова человека, рука, рука и тело. Еще дельта, пустыня, пустыня и Нил. Три разных версии. Разных жизни, дельгалит и дельгажит. И самое главное из них это муж и жена. Вот эта рамка, которую везде видим в Египте, у нас называется как картуш. Специальная рамка, табличка, где древние египтяне записали имя фараона. Всегда, когда видим картушу, знаем, что там написано имя фараона. В 1922 году обнаружил гробницу фараона Тутанхамона Гавра де Картера, англичанин. Он сразу узнал, что это именно гробница Тутанхамона, потому что там была рамка, картуш, где написано имя фараона. Это целиковый камень с розового гранита. Где-то 20 тонн. Увидим, еще стена Хатшепсут, 145 тонн. Это красивые рисунки, видно? Это рамка, где написано фараона, видно? Это у нас называется картош. Это фараон живой. Это фараон после смерти. Оно вон там нужно. Руки, лотос, цветок. Вот это фараон. Ходящий. Зомби ходит на земле. Момия ходит на земле. Это как у нас была специальная лодка из чистого золота, на которой раньше жрецы, которые жили недалеко отсюда, как мы увидим, они просто доставили, принесли статую Бога Мра, когда Бог Мра посушил сожжено богиня Мут 3 километра отсюда. Передали всем с вами параллель. Софал, видно? Дальше на желтом фоне есть корова, видно? Корова это хатхор, всем чего? Красоты! А любви это другое дело. Любви это лошадь. На голове фараона вон там есть кобра наверху, видно? Фараон носит лотос. Лотос в истории Египта самый главный символ. Смотрим сюда, пожалуйста. Сюда. Там лотос. Вот фараон носит лотос. Видно? Лотос в истории Египта символ любви. Почему древние египтяне замутили 4000 лет тому назад, что лотос это единственное. Дарится воды. Это чего? От лотоса 4000 лет тому назад. На голове фараона там есть кобра, защита для фараона. Где написано фараона в самом рамке картуш, есть знак жизни дельгалит и дельгажизм. Что если пирамида, символ высшей нации в древнеегипетской истории. Видно? Очень красивые краски еще есть. Это оригинальный 4000 лет тому назад. Ясно? Да. Видно? Смотрите. Красивые краски видно? Видно. Это есть оригинальные краски 4000 лет тому назад. Почему так хорошо сохраняются эти краски? Во-первых, храм будет засыпан песком. Во-вторых, у нас здесь дожди очень редко бывают. Во-вторых, еще грибы специально использованы натуральными минеральными красками. Я вам еще покажу краски намного лучше, чем у дети. Лучше, чем ярче, чем все наши краски. Где мы будем сейчас? Да, сюда, пожалуйста. Чтобы было все. А красный коралл. Здесь еще самый большой колонный зал, видите, во всем мире. В этом зале есть 134 колонны. Каждый из них 15-20 метров. На каждой колонне написано имя фараона Рамзеса II, рамка картоши. Чтобы мы узнали, что он сам, который построил колонный зал. Здесь еще крыша была. Здесь каменная крыша была. Но уже разрушена из-за землетрясения, которое случилось в Египте 2000 лет тому назад. Вопрос. А как мы так узнали, что здесь крыша была? Дивиться. Понятно? Еще раз священная лодка, на которой раньше жрецы доставили статую Бога Мра, когда Бог Мра посвящал свою жену, погибло мы 3 километра отсюда. Возвращаться обратно, вернуться обратно. Понятно? Сейчас я расскажу что-нибудь, узнали недавно. У нас раскопки реставрации идет, сегодня французская компания. У Наполеона Бонапарта было очень много ученых. Один из них, который звали как Жан-Франсуа Шампильон.
Шампиньон, не шампиньон. Да. Он нашел каву, называется Розетта Кавин. Там написано на древнеегипетском языке, на греческом языке. По сравнению с ним знал древнеегипетский алфавит, расшифровка. А после этого мы узнали 25-30% секреты разных фараонов. Имеется в виду, есть секреты, которые пока не известны никому. Понятно? Книга мертвых на западном берегу Нила, на премьере. Как забалзамировали, как мумифицировали мумии разных фараонов. Понятно? Это есть секреты, которые не известны никому. Сюда. Куда? После наших и ваших. Наверху очень много нам кажется, что это показывает нам небо. Они на древнеегипетской истории это Парина-Ну, Эн-Орти. Всегда изображал слово женщина, которая жила до солнца каждого после вечера и рождала солнце каждого дня утром. От слова «Ну» это Парина-Ну на древнеегипетском языке, внимание. На русском языке есть слово «ночь», по-английски «night», на французском «ноту», на немецком «nacht», на литовском на тоже на букву «нахтес». Понятно? Это от слова «ночь» по «погинание». Ночь видно? Вон. Там столько жрецов видно, лысые вообще. Вон. Да. Который думал, что это статуя фараона. Статуя Бога. А там впереди есть фараон. Видно? Красивые рисунки, на русский гранит. Очень-очень редко бывает. Видно, да? Это здесь добывается. Это русский гранит, который добывается только в Асуане 210 км отсюда на юг. Куда идем? Оттуда видно что-то целиковый камень, монолитный. Видно? Красивые рисунки. Как лазером вообще сделано. 4000 лет тому назад туда привезли с Асуана. Можно? Я раздам алфавит, расшифровка. Можно прочитать? Возьмите, пожалуйста. Возьмите. Очень красиво, видно? Да. Возьмите. Очень похоже на меня. На меня. Вон ворота большая. Вон. Туристы ходят, там маленький проход. Можно сразу в колонный зал. Мы просто так шли, ходили, чтобы я вам попозже рассказывал. Попозже посмотрели. Понятно? Сейчас посмотрим сам подружек с кровей. Издалека. Иди, кто там сидит. Желтый ход, пожалуйста. Ну куда ты ее мили? Не знаю. Где вода есть, это у нас называется Сочин озеро. Это специальный озеро, где жрецы этого храма помыли статую Бога Мра. Откуда эта вода? Конечно, из Нила. Я имею в виду, под храмом есть секретный канал. Но неизвестно именно где. Смотрим, где туристы ходят вокруг, видно? Вон. Мальчик там ходит, видно? Там есть самый послужик с кровью всего мира. Легенды. Еще раз легенды. Третий раз легенды. Почему я так повторяю легенды, легенды? Внимание. У меня было грубо недавно. Один турист подошел ко мне. Хасан, да. У вас жук с кровью не выгодно, не работает. Почему? Я обходил вокруг него 8. Я гидом работал здесь 15 лет. Тоже обходил вокруг него 100 раз. В ту страну, в другую страну. Гидом работал до сих пор. И даже навсегда. Я очень захотел. Это начало, да? А где надо начинать? Отсюда, да? Ну, пермин. Ну, попробуй его. Да.
Обравимся в рейс. שאלו לי אופה, תן לך את ריבדו. אה, אז הכי. Labai vėjas didelis, nes palmės visus buvo nulinkusius, bet žiūrėtų. Galėjo. Nu, žemė kaip jis sudrėkusi. Žiūrėk, kaip būtų apsudenai. Netoliau. Kažkas panašaus, neįtikėtinė. Labanaktis. 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 Naši! Nu? Нашим город. Слабо идет. Санкт-Петербург, на местном Галию. Самый хороший город, место Москвы и Луксор. Спасибо, я из Москвы. Это просто Луксор, Алькаир. Подойдите сюда, пожалуйста. В каких одеждах? Жрецы знали, где гробницы разных фараонов на западном берегу. Даже рабочие строители, которые строили гробницы разных фараонов, они сами не знали, где они работали. Жрецы знали, как забальзамировать, как анонсировать мумии разных фараонов. Даже его. Потому что он так захотел. Это потому, что он был фараоном. Жрецы играли очень большую роль в истории. Жрецы были очень богатым, очень культурным. Они сказали всем в Египте, что надо строить большие огромные храмы для разных фараонов, для разных фараонов, богов, потому что когда фараон попадает в рай, реставрация видно, камень на камень, камень на камень видно, цинковый камень сразу покрайнит. Если три закажут, тогда жук скоробей и не пройти серебряный подарок. У кого желание, внимание, имена, так запишем, на этой бумаге где-то в алфавите. Надо писать имя, как человек сам любит. Александр, как любит, Саша, Шура, понятно? Это нам раздадут по заказу на западном берегу Нила. Серебряный, вот такой, смотрите. Скоро у нас будет остановка по программе, что вы могли музей «Папирус». Мы там будем 15 минут, там есть туалет бесплатно. Сначала туалет смотрим, потом посмотрим подъезд. После музея «Папирус» будет... Время у нас летит, чтобы монтаж. После этого
после монтажа берем такой матряс, это современный матряс, и эти пластинки так мы кладем на нем вертикальными горизонтальными положениями. Такими вертикальными горизонтальными положениями, а в то время такой современный материал не был. Древние египтяне использовали шкуры животных, они использовали шкуры барана, такое блюдо, а волк, медведь, они их не было. Вертикальными горизонтальными положениями видно во всем месте. Мы здесь ничего не добавляем, мы химические клеи не добавляем, они сами склеиваются в эту сахар, за что сахар не лечится. Процесс уже у нас, я вам хочу показать, как вы хотите мочить на воде бумагу, салажем мокрую бумагу, спиртную бумагу, а мы будем использовать как тряпочку, как салфетку, да? Правильно сказал? Да. Ладно. Посмотрим, она чем проще, не ломается, не испортится, а по отдельности есть, так будем использовать, она чем быстрее, чем легко ломается. И еще я вам здесь кое-что хочу показать, как вы хотите сейчас ему пальбу. Посмотрим, полоски здесь не приплетены, они не приплетаются. Да? Вертикальными, горизонтальными положениями. А в отделе, который у нас везли, у них полоски так не приплетены. Видно вам, да? Все? Правильно? И еще посмотрим, как происходит крахмал. Рождение, детство, молодость, звездность, бассейн, станция. Четыре звезды смотрят туда на будущее, а бассейн смотрит на прошлое. Вот третий раз. Рождение, детство, молодость, звездность, бассейн, станция. Тоже как на и последний, как на просимье, как объяснил вам, семья означает счастье, семья или счастье. Мужа жена здесь, они были идеальные пары, у нас есть мира мужа, того гения, мужа помогает мужу, дает ему стрелу, муж уничтожает врагов семьи. Лотос и семьи любви означает сокол, домашний тяга, лев, там мужество, пирамида, вечность и долголетие, получитая жизнь, скорбей, здоровье, удача. А сама карта означает и семья и семейное счастье. Такое, как идет, светлый фон есть, меньше размеры мест, среды размеры мест, хотите спросить, обязательно я. Или мои коллеги здесь в вашем услышании. Это Анубис Шакал, Сыны Смерти. Вот это ручная работа мрамора. Вот это подделка Малахим, подделка Разуиль. Подделка. Понятно? У нас нет Разуиля, нет Малахим. Это когда светится вечером. У вас говорят фосфор, у нас говорят фосфор. Вау! Вау! Не слышно? Вау! Вау! Символ любви? Да, символ любви. Это не, это скорбение любви. Да, скорбение символ любви. Нет. Да. Символ любви, скорбение, гай. Да, символ любви, символ любви. Эмоция поражения. Красиво было. На пока было очень хитренько. Очень умно. Она помолвалась в Украине. Мама, ты с собой. А потом, как говорят, помазали специальное масло. Когда мужчина на это масло, ему очень хочется. Хочется туда, хочется спать. Я потом выходила за мужа сколько раз? Три раза. Первый раз за своим братом стали царица всего Египта. Второй раз Юлий Цезарь, третий раз Маркус Антоний. Она самая первая женщина в Египте во всем мире сделала круиз по Нилу с 42 слона на парус. С кем? Маркусом Антоний. Занималась спортом. Спортом на кровати, не видно. Нет, землетрясение на кровати. Бедуини пристает, показывает вам руками, $1. С бедуином не надо говорить, понятно? Скажем, сколько минут? 30 минут, хорошо. Будем собраться в самом автобусе. На обратном пути...